Доброе утро, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите первый выпуск новой программы. Самой музыкальной. И самой творческой в Раменском округе. По утрам! И с вами ее ведущие Алина Маховикова и Валентин Золотухин. Специально для вас мы собрали выступления самых талантливых исполнителей нашего округа. Каждую субботу мы будем радовать вас их выступлениями. Первый выпуск мы с Валентином собрали на свой вкус. Но каждый из вас может заказать выступление любимого местного исполнителя, и уже в следующем выпуске вы обязательно услышите его. Пишите в наши мессенджеры по номеру телефона 8-905-507-3809, а также на нашу электронную почту ramtv.ru/yandex.ru. А мы начинаем нашу программу. Валентин, согласись, жители нашего округа, ну, очень талантливые, но, к сожалению, еще не все знают об их мастерстве. Но наша программа это исправит. Знаешь, мне кажется, что достигать таких успехов помогает в том числе состязательный дух, как он бодрит. Вот, например, детский вокальный конкурс «Голос окей», как много талантов он раскрывает. Действительно, давайте послушаем выступление одной из звездочек этого уникального конкурса Эмилии Зеленковой. С удовольствием. Алин, а ты знала, что в нашем городском округе при Народном театре оперетты есть хор цыганского табора? Валентин, конечно же знаю. Этот театр был создан еще в 1959 году талантливым режиссером и артистом Большого театра СССР Александром Вадимовичем Липатовым. А в 1967 году этому коллективу было присвоено звание «Народный». А сегодня многие в нашем городском округе знают, что возглавляет этот театр, главный режиссер этого театра Владимир Галко. Не каждый же день удастся услышать настоящие цыганские песни. Хорошо, что есть наша программа. Ай,
У цыгана жизнь кочевая, это всем известно давно. Для него вода ключевая, слаще, чем хмельное вино. Костер не костер, если нет огня. Цыган не цыган, если нет коня. Ни почем туман, но серый дым рядом с другом верным родным. В роще прячется в крутояры рыжий, как подсолнухи день. Если под рукой струны дождей. Костер не костер, если нет огня. Цыган не цыган, если нет коня. Ни почем туман, но серый дым рядом с другом верным родным. Костер не костер, если нет огня. Цыган не цыган, если нет коня. Ни почем туман, но серый дым рядом с другом верным вороным. Над кибитками вьются ветры, на заре свистят соловьи. Если влюбиться безответно, то умрет цыган от тоски. Костер не костер, если нет огня. Цыган не цыган, если нет коня. Ни почем туман, но серый дым рядом с другом верным родным. Костер не костер, если нет огня. Цыган не цыган, если нет коня. Ни почем туман, но серый дым рядом с другом верным родным. Костер не костер, если нет огня. Цыган не цыган, если нет коня. Ни почем туман, но серый дым рядом с другом. Вот это я понимаю, настоящий заряд бодрости. Да это мы только начали. К примеру, в Доме культуры Кузяевский есть кавер-группа «Птица счастья». Этому любительскому коллективу всего несколько лет. Но его исполнители уже обладают внушительным репертуаром. Но особенно берет за душу то, как они исполняют народные песни. Например, песня «Сидел ворон на белой березе». Насладимся исполнением вместе. Тяжело.
тяжело. Знаю, знаю, тебе, дружка, жалко. Алин, я так люблю народные песни, я бы их слушал и слушал. Валентин, тогда специально для тебя сейчас выступят солисты народного коллектива «Вокальная студия» при Дворце культуры «Сатурн» с хитом «Широка река». Широка река, глубока река, не доплыть тебе с того бережка. Тучи низкие прячут лунный свет, полететь бы мне, да вот крыльев нет. В сыром бару земной огонь кипит, хоть чернее, чем ночь, в огня стоит. Бьет копытом он, лыжет седока, оттолкнул тот конь наши берега. Вода,
далеко течет, унесло весло, да разбило плот. Были ласточки, стали вороны, рано встретились, поздно поняли. Двери новые, не сорвать петель, и одна беда, стелит нам постель. Широка река, эхо долгое, конь чернее, чем ночь, конит около. Алин, а давай какую-нибудь песню для тебя поставим. С удовольствием. Пока зрители не прислали нам еще свои заявки. Кстати, я напоминаю, что вы можете прислать нам сообщение с просьбой поставить ту или иную песню местного исполнителя. Пишите нам в мессенджеры по номеру телефона 8-905-507-3809 или на электронную почту ramtv.ru/yandex.ru. Алина, ну что, какую песню ты решила услышать? Валентин, знаешь, я бы хотела передать музыкальный привет своей маме. Тогда следующая музыкальная композиция от профессионалов. Вокальный ансамбль «Камертон» исполнит песню про маму. Этому коллективу уже более 25 лет, и он за это время стал победителем многих конкурсов и фестивалей. И это вполне заслуженно. Предлагаю вместе убедиться в этом. Мамы моей ласка, мамы моей песня, с мамой всегда сказка, с мамой всегда вместе. Сердце рвется на части, уснуть не могу ночью. Знаю, это от счастья и навсегда. Буду там, где звезды, и мама не заругает, не скажет, что время позднее. Слышите, так бывает, дети родители ищут,
планете, всегда мы с тобою рядом. Дети, дети, мама, сбываются сны на рассвете, а как мы обнять тебя рады. Дети, дети, мама откроет тайну, мама подарит чудо, а я буду вставать очень рано и самый послушный буду. Мама, она как птицы, мама, она как ветер. Мамочка ночью снится большим и маленьким детям. Следующие исполнители, о которых пойдет речь, выступают на сцене с 2019 года. Но за такой небольшой срок они уже успели покорить сердца слушателей. По крайней мере, Дворца культуры «Победа». И это все о вокальной студии «Импульс». Валентин, знаешь, я сейчас подумала, я всегда мечтала петь на большой сцене или стать художником. Ну, это ведь весьма возможно, по крайней мере, в наших мечтах. Давайте вместе послушаем песню «Я бы хотела нарисовать мечту». Вместо разлук мосты, вместо утрат мир.
рисовать цветы, вместо разлук мосты, вместо утрат мечты, чтоб красок свет вновь возродил рассвет, чтобы каждой минуте взлет. Особенно радует, когда старшее поколение объединяется с младшим. Мне кажется, что в таких случаях получаются самые настоящие зажигательные миксы. А завершает нашу программу песня «Дорогою добра». Ее исполнит вокальная студия «Мозаика» КДЦ «Гжельский» и Михаил Смирнов, основатель и руководитель народного ансамбля «Ретро Плюс». Встречайте! Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Забудь свои заботы, падения и взлеты. Не хнычь, когда судьба себя ведет не как сестра. А если друга худо, не уповай на чудо. Спеши, мой друг, всегда иди дорогою добра. А если друга худо, не уповай на чудо. Спеши, мой друг, всегда иди дорогою добра. Сколько будет разных сомнений и соблазнов, не забывай, что эта жизнь не детская игра. Ты прочь гони соблазны, услой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогой добра. Ты прочь гони соблазны, услой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогой добра. За солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогой добра. И перед тем, как расстаться на неделю, пожалуйста, не забывайте писать нам. Мы очень ждем ваши письма. Присылайте их по номеру телефона в наши мессенджеры 8-905-507-3809. Или же пишите на нашу электронную почту ramtv.ru/yandex.ru. А с вами были Валентин Золотухин и Алина Маховикова. До встречи по утрам!